Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, давай посмотрим ежедневные задания. Какие у нас сегодня? Так, нанесите 20 единиц урона героям розой, заморозгом, и 20 единиц урона героям орехом в доспехах. То есть сегодня нам придется подраться розой, заморозгом. Так, ну что, начнем, наверное, с розы. 20 единиц урона нам нужно нанести розой. Давай посмотрим, что у нас тут вообще за колода у нее. Из чего она состоит. Так, тут по ходу дела у нас идет все на хилах, да? Розочка на хилах. Хм, слушай-ка, а дай-ка я вот это вот, наверное, уберу. У нас тут кое-что новенькое есть. А вот это я добавлю. Такс, вроде бы все, да? Слушай-ка, ну... Блин, подожди секунду. Если роза на хилах... Нафиг мне вот это, например. Нафиг мне вот это, он мне здесь не нужен. Сейчас, погоди секундочку. Кабачок, это все понятно. Блин. По идее, нам надо взять вот этих вот. А, у нас излишки даже. У нас излишки. Ребята, а почему я их не переработал? И вот этого, наверное, нам надо убрать. Он здесь вообще не в тему. Этот чудик тут вообще не в тему. Что же нам тогда здесь взять? Может быть, его на воду поставить, а? Что скажешь? Или все-таки взять розу лучше? Попробуем с розой. Ладно, ребята, погнали. 20 единиц урона нужно нанести. Так, мне достается 43 уровня. Ржавый разряд. Попробуем. О! Ну, так вот, уже раскладец будет получше. 43 уровня, ржавый разряд. Знаешь, за кого я сейчас в последнее время играю, ребят? А вы не поверите. За бесенка, за бесячество я играю. И причем довольно неплохо получается. А вот за растение почему-то я начал фейлиться. Уж слишком крепкие зомби пошли. Так, что мы можем с тобой в следующем ходу поставить? Но если он нанесет урона, мы можем... Но 100% у него будут вирусы. Давай, парень, мне нужно 20 единиц урона нанести. Не вздумай сдаваться. Вот, видишь, что он творит? Опять же, я пока, ребят, здесь, наверное, ничего не буду ставить. Хотя, подожди. Как же ты долго думаешь? Тоже пропущу. Но он на заклинашках, скорее всего, ребята. Это тот самый ржавый разряд, который на заклинашках. Тем более, 43 уровень имеет. Пинг-конг. Пинг-конг. Но я собираюсь поставить вот этот подсолнух космический. Ага. Возможно, я даже... Короче, на спортивной колоде, да? Парень решил сыграть. Ох, еще одна роза, ребята. Ну это... Это великолепно. Тем более с прочерком. Так, раз спортивная колода, значит, ждем сумоистов. Ну, все как обычно, ребят.
Все как обычно. Две единицы урона мы уже ему нанесли. Ну давай, разряд, ну соображай ты быстрее. Ну что ты там, я не знаю. Вот, видишь, что вытворяет. Я этого позволить не могу. О, амфибия. Такс. Еще, ребят, неплохо. То есть у нас уже два с прочерком, да? Погнали. Так, 4 единицы урона уже нанесли. Вот это, конечно, мне кажется, не в тему. Я же хотел убрать. Почему я не убрал? Почему я забыл его убрать? Он не стал ходить. А я тоже пропущу ход. Мне все равно, ребята, можно было бы, конечно, его поставить, но мне кажется, он бы его уничтожил. Ох ты. Ох ты. Добор решил сделать, да? Ну окей. Где родился, там пригодился, как говорится, да, ребята? А давай посмотрим. Нет, парень, не дано тебе. Хотя... Все равно это тебе не поможет. Так, сколько он там? Минус 2, да? Как-то так вот сделаем. Раз. Блин, фигня, ну даже не знаю, что. Давай так и... И вот так. Шут с ним. Но у него 3 энергии, ребята, он может вирусы сейчас понатыкать. Я как в воду глядел, я, ребят. Я как в воду глядел. Ну что же, будем дальше прокачиваться тогда. Че? Ага. Так. И так, вот ты решил, да? Пять и три, будет 8. Поехали. На вирус-то у тебя не хватит, парнишка, ты в курсе? Ах, ты вот так, значит, ладно. Может быть, даже оно и лучше так, ребят. Это не поможет тебе. Раз. Два. Три. В лицо получили. Ну что, проверим, есть ли у него еще, ребята. Рикошет. Я ведь розу поставлю. Даже вот так вот решил. Даже вот так вот решил. Эх, ребята, ну что же, ставим. Так. Цветочка у меня нету, понимаешь, в чем дело? А прикрываться надо.
Поэтому прикроемся. Другого варианта я не вижу, ребята. Прикрываться надо. Гаргантюа ходит сейчас в мясо. Этого в мясо. Здесь, конечно, ничего такого особо не будет. Этого тоже уничтожим. На тебе. Слушай, ну с этим тоже покончим сейчас. О, вылез. Еще один вылез. Так, ну ладно, этого трогать не будем пока. Он мне не к спеху. А вот здесь вот, извините, ребят, надо бахать. Блин, стоит ли так рисковать? Наверное, стоит. Поехали. Сейчас будем смотреть. Понятно, что у него сейчас работает защита. Лишь бы у него этот не выпал. А он у него не выпал, отлично. А вот теперь он ему выпал. 6 единиц здоровья восстанавливает. Вот оно что. Это ты хорошо сделал, парень. Вот это ты просто замечательно сделал. Просто сыграл мне на руку. И завершим, наверное, да? Или как? Ну, а тут уже посмотрим, что получится. Это, не забывай, пробивает. Окей. Даже так. Ну давай заморозим, так уж и быть. Все, до свидания. Да что ты будешь делать-то, блин? ХП у нас восстановилось, оказывается, полностью. Как не в тему-то, а? Друзья, не в тему. Я не знаю, кто у него тут. Сумоист. Сдвинуть не может, к сожалению, он ничего. Надеюсь, у тебя вируса там не остался. Тогда до свидания. Блин, какое до свидания, ё-моё. Как он заколебал, а, со своей прокачкой. Так, у него... Ну... И... Блин, ребята, мне тут даже... Я могу только вот так себе позволить. Поехали. Этот нанесет нам урон, 3 единички. Ну и дальше мы уже его, надеюсь, расклепаем. Я так и думал, что... Ну, что я тебе скажу, ребят, преимущество у него на одну карту. Вот что. Ага. Тогда все, тогда ему крышка, ребят. Да что бы он тут сейчас не взял, мы сделаем с тобой проще.
Поставим его на воду. Все, да, на этом? Вот и все, ребята. Вот и песенка его спета. Только не вздумай сдаваться, блин. Мне нужно единичку добить. Бамс. Замечательно. Ну что, Роза, ты справилась? Могу тебя официально поздравить. Так, ну а мы двигаемся дальше. Вот. Заморозк. Вот где придется попыхтеть-то, а? Заморозк. Давай хоть посмотрим, что у тебя там. А, у тебя на пиратах. Это я уберу, наверное. Вот это я тоже, кстати, уберу. Бесполезные, беспонтовые. Карты, на самом деле, эти тоже здесь нам не понадобятся. И вот это не понадобится. Вообще, вот здесь много чего лишнего. Если мы на пиратах, я сделаю тогда по-нормальному, чтобы у нас было. Что, у нас сундуки, что ли, все четыре штуки? Пираты, вот эти вот, ребята, пригодятся. А этого, что ли, нет у меня? Вот эти вот, ребята, пригодятся. Эти. Хм. Так, вот это уберем. Это вот добавим. Заморозку взять, что ли? А это-то нафига мне нужен здесь? Пираты есть, это все есть. Ну, вроде бы как и все. По пиратам. Этого я пока не буду, ребят, трогать. Может быть, вот этого взять еще? С бонусной атакой бы он, конечно, вообще идеально зашел бы. Да? Как-то так. Я надеюсь, ребята, получится у нас именно такой колодой наказать Бонг Чоя. Заморозки Бонг Чоя, ну это, ребят, не знаю. Зашибись, ничего путевого толкового мне не дали. Так, на третий ход только лишь. На третий ход у меня будет. Что, придется звездюлей получить. Можно было бы, конечно, его заморозить, но зачем? Надеюсь, у тебя нет могилоедов. Ага. Так, ураганчик бы нам, наверное, применить надо будет как-то. А как ты его применишь-то? Твою налево. Пока пропустим. Мы можем... Он что, он знает, что ли, а? Что-то тут, конечно, ребята, вообще не в тему, не вообще никак. Сейчас посмотрим, что он тут придумает.
Ты запарил, вот если честно, а? Погнали. Это будет еще добро делать. В общем, одним словом, мы тут, ребята, проиграли. Это нам пригодится еще. Такс, что можно здесь придумать? Не забывай, что нам нужно 2 единицы оставить. Как тут лучше, блин, придумать-то? Давай сюда. Сюда. 2 единицы не забываем, оставляем. Ну, я думаю, что он догадался, да? Так, заморозка. Погнали. Так, а дальше-то что? Где мои ландшафты-то все? Ёк-макарёк, ну серьезно. Давай сделаем так. И вот так. По земле у тебя есть там 2 урона или нету? Ах, ты достал, а. Все на этом. Ай-яй-яй-яй-яй, у него сработает, ребята. Мы сейчас будем пробивать. И это будет прям беда. Про это я и говорил, что будет беда. Как ты заколебал уже, а? Блин, сдуть бы его, а. Ну все, тут понятно. Это ему огурец, ребята, подкинул. Тай! Еще и сдул его. Лучше не придумаешь. Меня интересует другой вопрос. Где ландшафты все? Заморозка, где твои, блин, чертовы ландшафты, а? Этих-то нафига так много там? Надо было, наверное, вот этого взять. Подожди, а вот это-то мне нафига здесь нужен-то? Йети, ты чё? Ты мне там вообще как бы не нужен был. Есть у нас еще один, да, пират. Может быть, взять эту ковбойшу, не? Не надо. Блин. Такой тяжелый прям выбор. Прям такой тяжелый, ребята, выбор. Ладно, заморозка, давай, не дуркуй. Нанеси там ему немножко здоровья. Ну, здесь, конечно, бонг чуть-чуть вообще.
Ему этот огурец навтыкал легендарных карт. А мне даже нечем было его убить. Да вы издеваетесь, что ли? Ну нафига мне вот этот здесь, на ранней стадии-то? Ну зачем? Когда ты, блин, нужен мне, ты никогда не выпадаешь. Когда ты мне нафиг не нужен, ты тут как тут. Вот это вот бесит, ребята, просто бесит. Выбешивает, прям, блин, слов нет. Начинается у него тут подсолнухи. А раз подсолнухи, значит, что-то он собирается за них ставить, да? Что ты там собрался? Сейчас солнечный удар прилетит. Даже не сомневаюсь в этом. А, грибочки у тебя. Пиу-пиу. Вот так вот. Я тебя понял. Значит, он там хочет превращать, да? Значит, он хочет превращать. Ну, за него-то ты сзади можешь писать? Так. Смотри, смотри, и в кого? В клан Анасы? Точно, ребят. Все, 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 потерялся мой зомби. Ну что, заморозка в первую очередь? Понятное дело. А дальше-то что? Сейчас молекулярку достанем, да? Прям беда, ребят, какая-то. Ну давай хоть этого спасем, блин. Эх, 5,5, 10 в лицо. Да, друзья. Сидит и спокойненько выжидает. Так правильно. Все, хана, ребят. На своих клан Анасах. Это же надо вот так вот рассчитывать. И ведь не побоялся взять, да? А если бы у меня, например, был бы флакон? Ну, заморозка, конечно, флакона не будет. Ну, а если предположить, то все, у тебя просто фейл сразу же. Блин, может быть, я не знаю, может быть, не убрать кого-то? Ну, что-то уж больно, ребята, мощные карты выпадают. Прям с самого начала. Я даже не успеваю их реализовать. Давай вот на чистоту. Я не успеваю. На хилах, что ли? Ну, давай так попробуем. Посмотрим, есть могила ед? Нету тебе? Нету. Значит, на хилах. Все, ребят, позволяет бомбануть, значит, на хилах. Кого-нибудь поставит. Блин, этот что ли в холостую получается у меня? О! Ландшафтик он сюда ставит свой. А ландшафтик надо поменять, наверное, да? Или как? Ты достал, а? Mm-hmm.
Пошел хиляться. Да я просто ты. Сейчас кого-то превратит во что-нибудь. А вот так вот решил сделать. Но это еще не самый плохой вариант. Ну все, так сделаем. Уничтожает. Видишь, все-то у него есть. И опять хиляется. Так, у него сейчас срабатывает блок. Видишь, что вытворяет. Я говорю, ребята, на хилах будет работать. Чепушила несчастный. Погнали. Блин, сейчас еще сработает опять. Сейчас превратит в кого-нибудь, не? Сколько у него этих? Я не знаю, ребята. Он сейчас может этого поставить. Растение, как оно там называется? Я уже забыл. Да? Ты понял? Понял, что он вытворяет? Поехали. Ай, это роза дебильная. Я ничего не буду делать, пускай уничтожает, ребят. Что нам тут сделать можно? Нам нужно только вот этого заморозить, наверное. Поехали. Просто проверим. Видишь? Есть. Чем уничтожить? Короче, нахапал легендарных карт, ребят, одним словом, и все. Не буду пока ничего применять. Семь в лицо. Ну, 20 единиц урона нанесли, одним словом. Ты что, нормально вот не мог выдать, блин? Да ты заколебался своими грушами, ты придурок, блин. Уже не знаю, что сделать, да? Уже и то, и все, и пятый, и десятый клепает тут мне. Ну, это все, ребят, это труба. С этим баклажаном со своим несчастным, блин. Если бы не он бы. Фига он этих кабачков. Ты видел, сколько нахапал он? Да, заморозка у меня никак, ребята, не получается. Вот сколько играю, у меня не получается за него выиграть.
Ну что, поехали на орех. Орех в доспехах. Что там у тебя? На хилах. Ну давай попробуем. Там полухилы. Единственное, что здесь меня не меняет, это портит крахмал здесь. Он, возможно, здесь вообще не в тему, если честно. Как бы хилы, крахмал, ни туда и ни сюда, да? Да. Ёб-моё, ну. Выпал здесь. А тут на легендарках от них вылез Роза. У него хил был, кабачок, баклажан, блин. Огурец, блин. Начинается. Я вот всегда замечаю, ребят, как только нечего ходить, начинается вот этот вот рандом несчастный. Две лужайки дает мне хилище. Давай ставь там кого-нибудь, я не знаю, кого там будешь ставить. Наверное, еще одного такого, не? Яйцо. Ну, для томата это, ребята, очень даже будет кстати. Кто там вылупится у тебя сейчас? Ой, ой. Тут уже не знаешь, кого лучше бомбить-то, этого или того. Пропустит ход, наверное, скорее всего. Так, я понял его тактику. Сейчас будет закидывать меня. Паршивец таки. Ну давай еще одного поставь, чтобы я уже хинулся нормально. На 4 единички. Вот. Другое дело. Этого приберегем пока. Бэмс. Подожди. Если сделаю так. Так, и вот так. Что же дальше? Так, и куда? Сюда пойдет. Логично. Так, ну что, у нас срабатывает защита. Там уже посмотрим, что нам выпадет. Нам выпадает пузырь. Давай. Ты достал, а? Сейчас, наверное, будет куча всяких заклинашек, бомбарашек. Ему? Шесть. Я это не хочу. Это мне пока не надо.
Ага. Ну тогда поехали. Я думаю, такой раскладец тебе понравится. Привидение еще тут. Бонус на атаку. Да мне, ребят, пускай что хочет уделать. Это нам пригодится. Такс. Еще один томатик. И еще один томатик нам. Вот так вот. Сделаем защитку на всякий случай. О, как удачно. Хотел чего, а? И, наверное... Так, ну тут можно пручер сделать. А можно ландшафт поменять? Давай, 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 разыгрывай, разыгрывай там, что хочешь делай. Это? Только не говори, что у тебя там варварша есть. Ребята, есть у него варварша? Так, ну, во-первых... Во-первых, вот так вот. Немножко не так сделал. Ладно, фиг с ним. Оу, щит. Ой, тупанул, ребята. Надо было все наоборот делать вначале. Все, проиграл. Глупости, вот. Я только потом увидел. Вначале надо было хильнуться, потом уничтожать эту варваршу. Вот я тупанул, а. Нет. Орех должен разрулить, ребят, ситуацию эту. Блин, уже время поджимает. Надо идти на работу. Ребята, осталось совсем чуть-чуть времени. Если в этом поединке не успею доиграть, то уже придется переносить на следующую серию. Вот это, конечно, вообще не в тему, ребят. Здесь выпал. Я даже не успел им воспользоваться. А мог бы. Опять за свое, а. Опять начинаешь с этих бомбарашек, которые меня раздражают. Стоит ли делать это? Стоит. Пускай тратят заклинания свои, ребят. О, даже как. Даже вот так вот ты, значит. Да ё-моё. Блин, там все равно 5 единиц нужно. Ладно, поехали. Ничего не нашлось, что ли, у тебя? Ты-то еще откуда взялся, выпендрежник?
Нафиг мне эта морковка сдалась, а? Даже вот так вот сделал, да? Ты гаденыш, а? Тупо даже нечем сходить было. Кого ты сюда поставишь? Ага. Уберем его куда подальше, да? Помидорка. Так, лишь бы у него не было этого, как он называется. Странно. Чё он там ожидает? Мне что-то непонятно, что он там выжидает, ребят. Вот этого, что ли? О, пошло, поехало. Я не смогу же, да, его, ребят, по-моему. Кто там у тебя был? Еще разочек, что ли, влупим? Ну, уничтожишь ты и чё? 3 единицы урона. 2 единицы урона. Вот так вот он думает, да? Единицу урона, ребята, паршивых осталось нанести. Да что ж ты будешь делать-то? Иди отсюда. Глаза мои не видели тебя. Начинается, да? Что у тебя там еще? До свидания тогда. Все, ребята. Орех нормально, нормально. В первом раунде сфейлился, конечно, но здесь уже показал всю свою, так сказать, мощь. Ну что, друзья мои, если бы не работа, я бы, конечно, еще поиграл бы чуть-чуть, но надо спешить. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.